В центре Краснодара предотвратили взрыв. На перекрестке улиц Северной и Аэродромной рядовое ДТП могло закончиться трагически. Водитель иномарки, видимо, забыв про соблюдение дистанции, догнал впереди стоящий автомобиль. Все бы ничего, только в багажнике «Восьмерки» находился баллон с пропаном. Газ мог в любой момент взорваться, но подоспевшие сотрудники МЧС вовремя извлекли баллон из машины. В аварии никто не пострадал. А это дорожное происшествие, которые попали в объектив уличных камер наблюдения. На перекрестке Красных Партизан и Котовского водитель серебристой иномарки решил, что успеет проскочить на желтый сигнал светофора. Однако его не понял автомобилист, который двигался с другой стороны улицы. В результате удар. А на пересечении Красных Партизан и Воровского краснодарец попытался развернуться прямо на пешеходном переходе, но не успел. В него врезалась машина. Обошлось без пострадавших.